Всем привет, мои дорогие и любимые зрители! Добро пожаловать на мой канал! Всех очень рада здесь приветствовать! Сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусный, изумительный торт Нутелла, который состоит из шоколадно-медовых коржей и пропитан заварным вкуснейшим кремом. Поэтому всем советую приготовить. Торт получается очень мягким, буквально тает во рту. Это просто сказочно вкусно! Итак, сначала приготовим заварную основу для нашего крема. В ковш с толстым дном вбиваем одно яйцо. Я добавила на этот раз яйцо и один желток. Добавляем сахарный песок, муку и все хорошенечко перемешиваем. Затем постепенно вливаем молоко. Сначала немного, все хорошо перемешиваем, чтобы не образовалось комочков, затем вливаем все молоко. Всю эту смесь хорошо перемешиваем и отправляем на огонь. Доводим эту смесь до кипения при постоянном помешивании. Огонь у нас чуть ниже среднего, важно постоянно помешивать, чтобы крем не подгорел и не прилип ко дну. После того, как смесь закипела, она должна загустеть. После этого провариваем крем на огне буквально 1 минуту и снимаем с огня. Переливаем заварную основу в другую емкость, накрываем пищевой пленкой в контакт, чтобы не образовалось конденсата, и оставляем до полного остывания. А теперь займемся тестом. В большую миску вбиваем 4 яйца, добавляем сахарный песок, чайную ложку без горки пищевой соды, 3 столовые ложки меда. Все это хорошенечко перемешиваем и в конце добавляем сливочное масло и отправляем всю эту смесь на водяную баню. Держим на водяной бане минут 5-7, сливочное масло должно растопиться и должна образоваться такая пенка, как на видео. Снимаем миску с водяной бани, добавляем ваниль и 5 столовых ложек какао. Все хорошенечко перемешиваем. Затем постепенно начинаем вводить просеянную муку. Сначала перемешиваем ложкой, венчиком, затем перекладываем тесто на рабочую поверхность и вымешиваем руками. Всего у меня ушло 450-500 граммов муки, больше муки не добавляйте, не забивайте тесто мукой. Должно получиться очень мягкое, податливое, по консистенции похожее на пластилин тесто. Делим тесто на 5-6 равных частей и начинаем раскатывать. Для удобства я раскатываю тесто на бумаге для выпечки. Слегка нужно подпылить бумагу для выпечки мукой, само тесто мукой, и аккуратно раскатать.
Раскатываем тесто в прямоугольный пласт размерами примерно 34 на 29 сантиметров. Все лишнее необходимо убрать ножом для того, чтобы у вас получился аккуратный срез. Аккуратно перемещаем корж вместе с бумагой для выпечки на противень. Духовка уже предварительно разогрета до 200 градусов. Выпекаем корж примерно 3-4 минуты. Коржи пекутся очень быстро, следите, чтобы они не подгорели. Таким образом выпекаем все коржи. Вам для этого потребуется всего 2 листа с бумагой для выпечки. Они очень хорошо отходят от готового коржа, и поэтому их можно использовать повторно. Итак, дорогие мои, коржи у нас уже готовы, и нам необходимо доделать крем. Заварная основа для крема у нас уже остыла до комнатной температуры. Сливочное масло нужно было заранее вынуть из холодильника, для того, чтобы оно тоже стало комнатной температуры. Итак, очень важно для этого крема, чтобы сливочное масло и заварная основа были одинаковой комнатной температуры, для того, чтобы у вас крем хорошо получился и не расслоился. Так, мои хорошие, взбиваем сливочное масло до пушистости, до бела, и постепенно по одной столовой ложке начинаем вводить заварную основу. После каждой ложки хорошенечко пробиваем все это миксером. В самом конце добавляем щепотку ванили, и наш крем готов. Вы только посмотрите, какой идеальный шелковый крем у нас получился. Прекрасно держит форму и очень-очень вкусный. Дело осталось за малым, нам необходимо собрать торт. Торт собираем обычным образом: корж, крем, корж, крем. В самый последний корж кремом мы не смазываем. Остатки муки можно убрать чистым влажным полотенцем. Готовому тортику необходимо обязательно дать несколько часов для того, чтобы он напитался кремом. Итак, дорогие мои, я разрезала торт на следующее утро. Для того, чтобы получить вот такой красивый разрез, необходимо разрезать полосочку торта вдоль, перевернуть полоску на бок и разрезать ромбиками, как показано на видео. Ну все, дорогие мои, готовьте на радость. Это очень вкусный, нежный, пропитанный шоколадный торт. Я вас уверяю, это будет любовь с первого кусочка. Поэтому обязательно готовьте и делитесь вашими результатами в комментариях. А я с вами на сегодня прощаюсь. Спасибо за просмотр, за подписки, за лайки, комментарии. Не забудьте на меня подписаться также на Яндекс.Дзен. Подробный перечень ингредиентов будет, как всегда, внизу под видео. Пока-пока!